User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Все, как я люблю, ни хера не видно, непонятно. О, красота. Ну, Алис, пойдем погуляем. Но все равно пока приказов нет. Убирается на ноль. У меня, кстати, тоже. На ноль не убирается оружие. Почему? На ноль не убирается в натуре. Что такое совет? Ты не слышал? Я так понимаю, ни хера не делаю. Блять. У меня и на пункт не убирается. Кто хочет жрать, казарма здесь. Ой, блядь, столовая здесь. А кто хочет спать, казарма здесь. А что происходит? Ну пойдем, подожди. Если мы хотим в карты поиграть. Где пиво? Эти в шахтах. Столовку нахуй. Тут пива нет. Нихер, ёбаный в рот, открой дверь. Кстати, у меня тоже ничего не убирается, странно. Что за прикол? А я что, буду смотреть концерт как долбоёб с прицелом? Как самое отбитое. Лучше видно было. Шизанутое, недоверчивое, что происходит. А где спать? Спать хочу. Требую карты. Штаб. На связи штаб. Мряк. Я. Yeah. А, на контур. У нас проблема. Где мой штаб? А все, там ни хера не видно, кто автор идеи. Прямом, там должен быть бункер. Походу его отображение я случайно выключил. Похоже, да. А ты сможешь его поставить? У нас витконговцы украли штаб, бывает. А, попробуй. Тут поранился. Они же есть в этом. Да? Сейчас, подожди. Один поставлю, сейчас гляну. Да, они есть, просто нужно. Слушай, у меня походу то ли за звуком что-то случилось, да? Походу, а у меня нету. Ну-ка. Вот, все, нашел. Слушай, надо перезаходить. Сделай его тогда, видимо. Слышь, пацаны, сейчас я перезайду. Что у меня звук, я не слышу. Вот. Выстрел есть, послушай. Господи, у меня хема летающая лопата была. User left your channel. Все нормально, все Миша нормально. Миша, боец. Сигу кто будет? Майор! Сигареты Миша? Кто будет? Что ай, на-не-на-не. Там песни поют. Да, я тоже с пачкой сигареток, что обращайтесь, если граница хотите. С Пакистаном не ждет. А я один не могу убрать оружие за спину? На ноль? Нет, мы все. Мы тоже не можем. Я слышно, да? Да, никто ну, не может, походу. Синий не слышно. Ну, а может, какой-то мод обновился? Ну, да, может быть. Слышно. Слышно. Сейчас надо гамму подкрутить. Чё ты прогуляться хотел? Да, просто. Просто походить? Да. Я. User joined your channel. Да, я сегодня обычно стрелял. Да, ну что? Это влияет на дальность только. У тебя как-то странно, ты бывает видно, что губами шевелишь, что ты не говоришь. А это микрофон улавливает какие-то звуки и этим спик активируется. User left your channel. Да. Ну-ка. Я не знаю, что за звуки такие. User joined your channel. Внимание, всем боевая готовность, занять боевые позиции. Да. Всем бойцам занять боевые позиции. User joined your channel.
User left your channel. User joined your channel. Старт обстрел, ёбаный. А, ебись. Нихер. Понял. 37 ровно дальняя, да? Да. 37 ровно дальняя. Ага. Вот сейчас по кругу ставим, блядь. Это, давай всех собираем, ебать. Да ёпта, блядь, что? Пять часов спустя, нахуй. Ну, концерт приехал. Блядь, спасибо, что не вылетело. Хорошая команда, блядь. Михер, давай личный состав ебать сразу. Давай ебать личный состав. Такие у вас артисты, я так скажу. А можно всех посмотреть? Чё, нас ожидается атака противника? 1-0-4-2. Не знаю, откуда я-то могу знать? Похож на человека, который что-то знает. До которого можно доебаться. Ля, как настоящий. Да, да, да. Смотри, я хер знает, откуда они пойдут. Могут из севера пойти, могут с востока. У всех сейчас ошибка будет? Нет. Давай этот, Миша, строй людей. Можно на нее сесть? Нет. Оставь старшего, слышишь, Михера? Оставь старшего, кто строит, и пошли в штаб. Куда остановись? Тут авто херачит, остановись. Уже не 5 часов прошло. 5 часов не херачит. Уже рассвело, да. Джек, Джек, Джек. За старшего строй людей. Понял, у казарм. И ждите распоряжений. Отделение остановись. В одну шеренгу. Вот за такой хуйни разумнули в одну шеренгу. А еще лучше вот здесь вот. Вот здесь становись. У кого-то еще пиво, блять, за 5 часов не ответил. Это стресс. Фух, блять. Кто-нибудь понял, что это было? Это был артобстрел, блять. Пиздец. Ну это понятно. Откуда стреляли, вы слышали? Нет. Да. Нет. Востока. Вот оттуда. Сверху. Откуда-то оттуда. Сейчас. Нет. Ты смогла Тимур, у меня сигарет этим? Нет, быстрее. Нет. Сейчас, подожди. User joined your channel. С той стороны стреляли, походу, оттуда. Куда все побежали, собственно. Я забыла кнопочку. Не надо. Не, ну ты можешь указать точное направление? Нет. Мы можем контрбатарейным огнем отработать. Вероятнее всего. Держи. Так, буква Ё и чё ещё? User in your channel timed out. Контрбатарейный огонь куда-то в том направлении. Мис. Короче, контрбатарейный огонь куда-то в том направлении, блядь. Охуенно. Фера. Чё? А чё там на это с... как убрать оружие? Да, пока время есть. Пока есть время. Тимур, положи её себе в ранец, я возьму. Чтобы убрать оружие из рук, нужно... нажать нолик. В настройках дополнения, то есть управление. Я не могу подобрать. За
зайти в блять, любую другую. Тебе в ранец положить, я у тебя из ранца возьму. Клавиш, убрать оружие из веб-найтсмиля. Там на нолик также стоит. Просто уберите ее из привязки. И все, и вы сможете... Че из привязки убрать? Давай, подшмаливай. Есть веб-найтсмиля. Ну? Там нужно убрать из привязки, блять, убрать оружие за спину. Наконец-то. Спасибо. Огонек есть? Нет. А как тебя поджечь-то? Да военком поджег уже. Короче, я так понимаю, либо с севера. Я не помешал? Либо 140. Где-то там. Так, все, блин. Я могу с камнем выставить. Ночью то, что мы подвергнулись минометному удару, от этого огнем артиллерии позиции противника были подавлены. Подавлены. А, подавлены? Все. Сейчас нам получен приказ выдвигаться к роте С и сменить ее на позициях. Позиция отмечена красным кругом к востоку от нашего текущего местоположения. 0-1, ответь четвертому. То есть меняем их, они там в плантациях засели. 0-1 на связи. Вот. Какую технику? Поэтому нам задействовать? Поручено их сменить. Никакую технику, вы идете пешком, здесь, блядь, пройти всего километр. Еще раз повторяю, позиция, ваша роты задача сменить роту С. Противника там быть не должно. Там наш противник. Поэтому никаких тактических маневров, просто идете и меняете. И там веб-найтсмиле, убрать оружие, убери ноль. Убирай гамму, тогда двигайтесь на высоту, откуда будете прикрывать. Вошли и вышли, как говорится. Понял, мы пошли. Угу, давай, этот, Митер, погнали тогда, все, все остальные пешком двигаем. Через дверь, наверное, выйти. Правое плечо вперед, бегом марш. Я просто пойду во всем. Так, ладно. Все, идите. Блять, загадки. Ну, право плечо вперед, налево. Поэтому все правильно. О, бацы, давненько я с вами не бегал по этой грязи. Тимур, а что там ебать на рукопаш? Как перейти? Контрлаш. Ну, убери оружие, пошел. Хорошая идея. Кого? Где? На улицу будет заходить, нет? Нет, вот сейчас. Я ему говорю. Это, слышь, тормозимся здесь пока что. Сейчас я пятерочку нажму. Чё, круговая оборона? 0-1, ты четвёртый, ждём ещё одного бойца и выдвигаемся. Чё, Райф? Будит. Гамма, я успею нажать. Да-да, похуй, блядь, пускай берёт, что хочет. Гамма, тут надо. Лаперс, мы останавливаемся, капаемся. Да, ждём пока. Чего? Блять, ебать, оружие не убирает, ну что за хуйня? Ты плохо прикрываешь тыл. Заходи в настройки. Ну через ноль он же должен убирать оружие. Нет, смотри. User was moved to your channel. Настройки дополнения. Веб на этом миле выбирай. А вы нахера капаете? Выбрал. Да. Видишь, убрать оружие там в предпоследнем меню? Ну да, ноль. Удаляй ноль. Ага, я как и оставь его пустым, все, окей, нажимай. Венком первый же ушел, такой, типа, я тут ни при чем. Я шторм. Двина насвоилась, когда был. Там еще кто-то бежит. Гамма, этот, бегай с третьего, нахуй, на точке респа, блядь. Он сейчас затупит, и объясни ему вкратце, нахуй, что делать. Гамма, еще раз. Слушай, у него в ТСе проблема. Ответили. Сможешь его перетянуть сам? Сука, у меня микроз был все это время выключен. Это, что тебе это сказать? Человек, пошли за БК. Закинь, у него проблема. Да я уже забрал пароль, отдай банану. Как? Отдай. Нет. Какой, блядь, позывной кластер? У меня с третьим классом бронирования. Да, Дельта, блядь. Включил? Чё? Должен был. Да, отдай. User was moved to your channel. Пойдёшь со мной за миной. Пошли за миной. Пошли. Ага, всё, сейчас я встречу.
Там моба. Он сейчас ушел чувака встретить и... Стой, даже, ребят, я тут твой запас скину на пулемет. А че нет? И бьем его. А, вы типа просто бегаете. Хуя ты. Куркуль. Дэн, а ты здесь? Ответил. User left your channel. Кстати, мне да, да, вот это вот разгрузка английская, что-то я не помню, Дэн, что там здесь? Вот такие Дэн. Эти, да, блядь, здесь. Стрелочки это, были. Блядь, закинь ты в долбоёба, блядь, в канал Тумспика. Ну, в этот, в радик. Да, бля, лапер, ты сегодня что-то умным выглядишь. Да? Это ненадолго. Отдавай очки. А никто не а потом очко. Ну чё, лапер доволен? Обновочка. Так, а чё у меня там, я не вижу. М16. А, блядь. У единственного, блядь. Блядь, ну сейчас подожди, затестим нахуй. Да? В прошлый раз, ебать, когда за Амеров играли, блядь, она меня охуенно подставляла, поэтому не очень я доволен. На типичный самом деле, М16. Это же нормально, кстати, у австралияк, это, вроде бы, было прописано, что у командиров должны М16 быть. Спасибо, блядь, который будет клинить нахуй. Спасибо, папаша. Ну, реализм, как говорится. Ну, чел, ну, я, когда будет короче, нормальный прописан. Короче, прописан у меня до первого трупа, нахуй. Я время сыптят. User joined your channel. Хорошо, сидим гранатку бы. Сейчас мы на же в окопе. Ну то есть. Это не будет считаться. Хочешь играть русскую рулетку? Нет. А чё мы ждём-то? Новенького пацана какого-то от Лаперс. Так он же зашёл уже. Но он должен подойти. Приняли. А он знает, куда бежать? Да, а знаете, его гамма встречает. Там этот гамма встречает, да. Придёт такой, добро пожаловать в лагерь Наварро. Имени Райана Гослинга, между прочим. Угу. Ёбаный в рот, как долго, блядь. Ну пока можете за меня порадоваться, у меня новое игровое креслице, блядь. Прям игровое? Появилось у меня на халяву, блядь. Поздравляю, Тунг. С него удобно ногу на компе держать? Так мне не надо же, блядь, разобрали же мне платы, чё? В чём проблема? А, тебя... ты была на прошлом месяце, чё, блядь. А я тебя чё, слушала, что, блядь? А, кстати, да, чё там, в чём проблема была? Меня рядом с тобой не было половину игры. Точнее, всю. Ну где гамма-то, блядь? Чё, он заблудился, что ли? Блядь, я думал, военком сейчас балет исполнит. Подожди, а ты только на той миссии, что ли, справил? Алта, кстати, действительно так. Ты до этого всё время сидел с ногой на... Ну, две миссии, да? А ты думала, мы рофлим, да, здесь? Военком, по-моему, это та самая консульция, которая к нам должна была приехать. Я не знала, что на той миссии только исправили. А приехал я. Ну да, тоже неплохо. О, блядь, бегут вроде. А, нет, другие додики. Да, ну танцы ты, конечно, тут исполняешь просто... Надолго, за не, окапываемся, так. Да нет, блядь, мы ждем гамму с новичком, я не знаю, где они припались. Я не знал, что у меня есть... Это что, блядь, нахуй я это скинул? А, это не он. Или он. А, да, скорее всего он. Гранатами. Да, ребят, подходите, забирайте, кому надо. Блять, Дэн, он просит, короче, типа, чтобы ты гамму, блядь, кинул Ксении, а этого додика к нам, если ты можешь, ебать, ТПшнуть их. Еще раз, гамму Двечка... Ксении? Блять, так Ксения вон стоит, ебать. О, даже мою кровь нашли где-то. Бля. Короче, обеих этих долбоебов телепорти, пожалуйста, к нам, а то они там заблудились, походу, на базе. Блять, пиздец. Да, блять, ну это не самые смышленые парни. Как у него ник? Бля. Лайн, а его нету в списке. Как его тебе ТП? Он не на серве? Ну, у меня его нету в списке. Ясно, он на другом серве. Ты пока ходил, ну, нету гулял? Его здесь. Я сейчас гамму ТП-хну и все, и, блядь, пошли. Пять. Сеня, ты в порядке? Блядь, ты в порядке? Он вылетел, Сеня. Он вышел, блядь, короче, я предлагаю идти дальше. А ну смотри. Да, потом ТП-шнешь тогда, гамма. Сень, забирай его, все. Все, давай, короче, давайте, да, я напишу, как он, короче, придет, ТП-шните его к себе. Погнались. Ну все, мы готовы. Ты че, с кем я?
Ебать, мы чё, наконец-то начнём, блядь? Сейчас уже прошёл, можно бы. Так-то да. Да ладно, ещё даже не 9, у нас всё, так погнали. Не принято, блядь. Все здесь? Что-то раньше 9. Где там Михер, блядь? От деревни выдвигаемся. Где Михер? А Михер ушёл. А можно? 4-2 связь. Меня просто дискует, тир спик вылетел ровно в этот момент. Вместе с армой. Что мы там делаем? Так, прием, меня слышно? Да. Да? Дэн. Блять, у меня что-то выносливость тратится даже в боевом режиме. Ладно, я хоть не последняя бегу. Она потратится, ебать, до нуля и все. Нет, блять. Ладно, пролагалось. Я помню, у меня обычная тратится выносливость. Я такой, кого? Тогда пошли вон до леса, там определимся. Я здесь. Старичка? Я тут. Бойцы, не разбегаться. А, да? Михер, построй. Куда вы ТП хоть? К нам сюда? Ладно. Минометы, которые обстреливали. Да, да, да. Сегодня ночью. И какие-то странные следы. Вот. Сюда у нас собрались. Не хватает ресурсов, чтобы их проверить, поэтому это ваша задача. Мы отходим назад. Дальше доложим штабу всю информацию. Ага, приняли. Все. Удачи. Куда нам дальше двигаться? Михер, давай круговую пока. Круговая оборона. Так, ты меня слышишь? Я тебя слышу, блядь. Джо. Мур, пошли окоп займем. Джо, давай без команды команда не шмалять, нахуй, пока контакты. К окопу давай. Не понял, блядь. Наверняка, если оружие нет, то шмалять, нахуй, слушай приказы, дальней у тебя нет, рации нет, держись со всеми, блядь, на визуале.
Ну, вся остальная хуйня стандарт арморская, кроме медицины. А, вот да. Есть еще? Ответили. Бля, давайте нахуй миномет вытащим отсюда. Да, сменили третьего. Копаешься без меня? Давай, не парь. Проверить, сказали о том, что вам об этом доложат. Если дадите добро, пройдем по следам, проверим. А, нас не слишком много дома на эту позицию, блядь. Ой, ну, стреля. Так, все, рассказывай. Блядь. Давай, короче, я туда дойду. Вкратце, да, возьми с собой пару человек. У меня с собой ну, забирай сейчас есть, этот, возьми, короче, не знаю, блядь, троих, четверых, ебать. Да, судя по всему, надо это... Вот, проверяй тогда, будьте на контакте, будете постарайтесь выступать, если что, кричите, короче, мы подмогу придем. Блядь, давай тогда, наверное, это... Так, загадочник за мной. Как это фильм назывался? Сейчас, Тимур. Блядь. А? Блядь, возьми, говорю, за это, блядь, метлу и БЛР, блядь, а где им как-то на рукопашку перейти? А где они, блядь? Вон, блядь, метла стоит. Я остаюсь. Метла, БЛР, ты где? Что? Ты можешь оружие убрать? Нет. Так, управление, что там дальше? Настройки. БЛР, вон, подойди к нему, управление, настройки, дополнение. Прийти, чтобы быстро бегать. Слышишь, я БЛР заберу. БЛР заберешь? Ищи в это, дополнение БЛР. Загадочник БЛР, Джо, я пошел. Все, Web, давайте за мной. Найтс, мили. Паутины, рыцари. Твои руки и двинули. Тимур, хочешь жить коперный? Ну давай. Он же. Фильм назывался «Битва при Лонгтане». Посмотри, что на юге от нас. Ой, не хочу брать оружие. Да, ебать. Спойлеры подвезли, да. Убери и нолик. Вдоль этих идем по следам. Грузовик выжженный стоит. Угу. Так, рассредоточились. 4-4-2. Гонг впереди. На 100 пехотинцы. Где? Азимут. 100. В убор? Вот там вот вдали. Вот, вот, вот смотри, встань. Встань. Вижу, 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 да. Огонь, огонь не открывать, не, от, не открывать первыми. Ведем наблюдение. 4-2 на приеме. Прошли дальше по следам, впереди остатков грузовика разбитого. Визуальный контакт с противником. Метров... метров 300 отставить. Метров 500 от нашей позиции, от вашей позиции. Там дальше какие-то... что-то перекопано непонятное. Мы пойдем туда поближе, сместимся. Приняли. Так, давайте немного это поближе подойдем. Вон там что-то перекопано, туда зайдем. Чтоб не в чистоту, не в чистополе стоять. Давайте только аккуратно. Какие-то окопы, что ли? Да, какие-то большие. Брустверы какие-то здоровые. Ползают, вон они, вижу. Сотка, сотка ползают, три человека. За брустер.
Молодцом. Отсюда.
своих ему? Нет, это чем? Это Миша. Ой, блядь, патроны полезли. Отойди. Вроде тихо. 0-5. А, нет, не совсем тихо. Нет, просто... Так, пересчитайте, все у нас... Джек на месте. Штормтрупер на месте. Майкл на месте. БВР. Ответил. Принял, у вас потерь нет? Смотрите, мы сейчас дальше будем по следам двигаться. Если что, идите в параллель с нами. Пока точно не могу сказать. Сейчас, секунду, следы увижу. Пулемет, я буду могу свой, да. Да нет, это же стул, блядь. Снимай с пулемета ствол тогда. Ориентировочно на восток идем, как Ленин 4-3. У него нету запасного. С основного пулемета пускай сними ствол, который да, валяется, его уже убивали уже. Так, да. Все, все собрались, этот Михер здесь. Блять, Михер здесь, нет? Здесь. Так, Денис, а что с операцией, ее перетаскивать или что? Нет, ты доложишь по рации, и все сами передвинут. До следующей контрольной точки. Ага, принял. Все, собираемся, выступаем вдоль следов, дальше проверяем. Какой азимут? Какой азимут? Блять, примерно, да, 100-110 где-то так следы были. Понял, двигаем просто. Никер, давай аккуратнее, нам передали рандомных противников. Понял. Stay alert! Они в кустах. Отойди. Нам на позиции, наши позиции. Спасибо. Визуально видите? А, мы примерно на северо-западе. Относительно Ха Лонг Тана, вы где находитесь? Все, пока в круг. Как? Очень интересно, никто не понят, да? Ну, блять, конкретно давай, где? Можете какой-то ориентир выстрелом дать или чем-то еще, блядь? Stay alert! Все, все, слышим, слышим, блядь. Выдвигаемся к вам. Я перепаковываю магазины, пулемет. Бля, вовремя.
блять, извините нахуй, я, блять, половину боезапаса тут потратил. Так ты красавчик, ебать, у тебя что, бля, нахуй, красная повязка не бывает? Пизды дал кому-нибудь? Вижу, дал. Ой, чё, чё? Это, блядь, тянет на медаль, нахуй. Наш? Вот, давай. Ау. Ага. Все, давай. Сержант, лейтенант, там командует. Пизда, блин, помню. Погнали, короче, на этот, на выстрел, на первого спасать. А, знаешь, как зажигать сигарет? Да, блядь, Юр, ебать, это сейчас очень важно. Control Windows. Снаряжение. И лайтинг. Я еще вижу, блин, 4 патрона. Сзади по нему. Венком жив, венком жив. Прикрой. Тебе пушку. Направление за нами связь. Принял. Все, погнали спасать нахуй. Снайпер? Ау. Так, у меня осталось 334 патрона в пулемет. Бля, пойдем. Да, 334. Бля, где мне нахуй? Паперс, куда идем? Блять, двигаемся на выстрел, это примерно 120. Короче, я вперед пробежал. Она, блять, слева. Михер откуда? Пока не понял. Или понял. Загадочник, ёбаный фрот. Да, на связи? Я здесь. Ребята! На крик перейди, блядь. А стык пускается, это самое, остывает. 4-3 связь. Пистолет. 4-3, блядь, живы, нет? Держи. Все, погнали. Проходим, проходим, блядь, не сидите. Слева тоже обстреливают. Вон, 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 бежит, не видно их. На 60, на 60, черти. На 60, видишь. Есть три на связи. Загад. Сейчас, сейчас. Мы 4-3 потеряли. А там еще подходят, еще с той стороны идут. А что? А есть, я собираю. Давайте туда все, пока да, есть их пошла. Отлично. Вообще
нападение, весь Вьетнам собрался. У нас нападение с всех сторон и точное количество примерно. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined your channel. Вот 7 магазинов 10 патронов валяется. Если у кого-то трассеры или 20 патронные, вот ура. Блять, очко, у меня 4 магазина осталось, блять. Вот. Добро пожаловать, блять. Удачи тебе. Ну вон можно мою эту снайперку. Да не, ладно, блядь. Все, ладно, у вас проблемы с ПК.
один снайпер слева. Нас снайпер слева, подожди. Сейчас проверю. Проверь. Мне кажется, да. Да. Видишь? Да. Мы его прям сняли, да. Да.
кто Криса? Не, это не наш, кстати. Наш прям норм отработала, а что-то хуйня была, я хуй знает. Ну да, точно зараза. И как статистику посмотреть? На П, когда живой пишешь. А, когда живой. Английскую П. Да, понял. Я могу тебе сейчас твою назвать. Давай, интересно. Загадочник? Да. 27 убийств, ебать, нихуя себе, блядь. Да, три смерти. Как в тире прут просто. Ну ты сейчас в топе, блядь. Это уже медаль на ПС. Да я пару раз такое набивал, что мне там и на технике мне что-то медали не дают. Ну так ты на том, что я бы не
Военком, принимай. Да. Военком, вот это. Сейчас, давай я его занесу. Сейчас, я его занесу в опорный. Я, давай, давай, давай. Уже? Я занесу, я. Ну я уже этот, я уже начал. Давай. Я не знаю, как это принять. Блин, у меня FPS не выдерживает. А ты дальность пришел? Да и дальность все уже убирал. Тут еще и дождь пошел. Так,
left your channel. User joined your channel. Там очень много трофеев. Может быть пару круг понесем, как ты думаешь? С трофеем там три Сзади.
ебать. А, и БЛР. А что, все у нас выбили? Все остались в КПС. Да, все, все. Ну, сейчас будет КПС, все ебать. Нам же нельзя, наверное. Ты ничего не говорил, ну, типа. Там мастер Джек на чем-то едет. Ну, это броня, это 113. Оставайтесь, короче, все погибшие, ебать. Основная масса, собирайтесь, короче, на базе. По одному не КПС. Все. Да, все, все. Попа-боль. Ни хрена вообще. Чё ж, там по... Да, они с сестрой сразу пошли, я весь... Ты чё стреливаешься на тазон? Там простак уже зашёл, блядь, по попам. User left your channel. Она здесь. Я сейчас курить пошел, я понял. Ты. Да я даже с места не двигалась. Про. А, мы уже здесь? Он 300, а, нет, он 300. Сейчас схему нахуй, так понимаю. Там схему или гамма, ебать? Ебать, он там взрыв пакеты откидывает, нахуй. Я живой, какого хера я так долго, блин, в ауте лежу. Все, тут же голова, глаза, ёб твою мать. Просто я вышел, целился, по челу стрельнул.
он такой, типа, вообще похер, ему стало, он поворачивается, дает голова, глаза, все, вау. Чё такое-то, я не понимаю, игра, чувствую, что я почти медальку заработал, такая, все, нет, ты не получишь или что?
давай, открой это. Посмотри меня. Вижу, рука, сейчас. Сейчас. Ребят, не надо его, да? Да, тоже знаю. Конец-то.
User left your channel. User joined your channel. Вот, значит, есть чем пошел для этих. Может быть, ты пойдешь? А, это приказ майора. Что надо сделать там? Если ученик как бар помогает. Ёбки, блядь, вот ну каждый раз, ну каждый ёбаный раз, блядь.